У меня к вам есть 5 хоккейных вопросов. Вам нужно ответить, правда это или ложь. Первый вопрос. Первые хоккейные шайбы делались из фекалий. Правда это или ложь? Я что-то слышал такое. Предположу, что это правда. Я думаю, ложь. Ложь. Мне кажется, ложь. Ложь. Правда. Ложь. Я думаю, что правда. Ложь. Думаю, ложь. Нет. К сожалению, это правда. Не знала. Хорошо. Это правда, ну, да. Бывает, да. Действительно правда. Бывает. Второй вопрос. Слово «хоккей» в переводе с голландского означает «отмороженные головы». Правда это или ложь? Ложь. Правда. Мне кажется, это правда. Наверное, правда. Ложь. Я думаю, что ложь. Причем тут голландский язык вообще? Я думаю, ложь. Думаю, это правда. Окей, нет. Нет, это ложь. Да, я подумал это 10 минут назад. Я очень рада. Понятно. Следующий вопрос. Первый в России хоккейный матч прошел 3 марта 1843 года на Великой Москве-реке. Как вы думаете, правда это или ложь? Я думаю, что это ложь. Вот это затрудняюсь вообще ответить, потому что даже не могу. Правда. Да. Правда. Правда. Думаю, что правда, да, возможно такое. Правда. Нет, это ложь. Ну, тут, пожалуй, наверное, даже соглашусь. Мне кажется, она не замерзает. Я думаю, ложь. Ложь. Правильно, я тоже это придумал 10 минут назад. Заёма. Рост самого низкого хоккеиста составляет 156 сантиметров, а самого высокого 208 сантиметров. Как вы считаете, правда это или ложь? Я думаю, почему бы и нет, правда? Да. Правда. Неправда, мне кажется. Да, это правда. Ложь. Ну нет, ложь. Да он не может быть. Думаю, что да. Хороший вопрос. Нет, это правда, это действительно так. Мы всегда верим. Да блин, да ё-моё. Да что ж такое, ни разу не попал. Вообще все отлично. Последний вопрос к вам. Фанаты хоккейного клуба «Детройт» после каждой заброшенной шайбы выбрасывают на лед замороженных осьминогов. Как вы думаете, правда это или ложь? Думаю, это ложь. Я думаю, это ложь. Ложь. Неправда. Ложь. Правда. Правда. Ну, я знаю, что он способен на многое, но чтоб замороженных осьминогов кидать. Каков твой ответ? Ну, думаю, что его опять придумали. Ну, правда. Правда. Я думаю, что это ложь. Но это правда, к сожалению. Тогда они отличное шоу делают. Not too many options left for the old octopus to find its way on the ice. Only three more games here for this to happen. Вот. Кстати, последний такой интересный вопрос к тебе. Вот если бы ты был профессиональным хоккеистом, играл бы, к примеру, в ВХЛ, как бы ты праздновал каждую забитую шайбу? Цикло бы просто вырезался и нормально был. Да? Что? А, любовь. Да. Замечательно. Вот, так бы и отмечал. Просто отлично. Ну, я бы клюшку наверх кинул и поймал бы. Вот, покажи. Праздновал бы вот так вот едя. И на коньке на одном. Или без коньков. Без коньков вообще отлично было бы. Ну и я бы прыгал, я думаю, это бы всякая раза. А просто прыгали бы отчасти? Ну не, ну и прыгал, возможно, больше старту херанул. И возможно. Максим, ждем тебя в родном клубе, потому что... Кузнецкий металл! Кузнецкий металл! Да, все, нам пора. Полтора хоккеиста.